желтый земляной муравей или желтый садовый муравей. Вид муравьев рода Лазиус. Является одним из самых распространенных видов муравьев Центральной Европы. Встречается в Европе, Азии и Северной Африке. В Северной Америке проживает схожий родственный вид Лазиус бревикорнис, который ранее считался его синонимом. Рабочие имеют длину около 2-5 мм. Самцы 3,5-5 мм, а матки от 7 до 9,5 мм. Очень интересный и миролюбивый муравей яркого желтого цвета. Тело покрыто густыми прилежащими волосками. Скапус, щеки и передние голени без отстоящих волосков. Желтый цвет рабочих обусловлен тем, что эти муравьи – подземные жители, геобионты. На поверхности почвы появляются лишь во время вылета крылатых особей. Как и у многих подземных жителей, у этих муравьев в ходе эволюции упростилось зрение. Глаза маленькие и состоят из небольшого количества фасеток. Самки и самцы, в отличие от рабочих, окрашены темнее, от коричнево-желтого до темно-коричневого. Желтый земляной муравей ведет подземный образ жизни, строя гнезда на открытых лугах. Гнезда зачастую находятся в густой траве или под камнями. Муравьи питаются мелкими членистоногими, а также падью подземных клей, которых они разводят в своих гнездах на корнях растений. Зимой некоторые из этих клей могут быть съедены. Из-за подобного образа жизни рабочие муравьи редко выходят за пределы гнезда, в связи с чем у них отсутствует пигментация. Данный вид не проявляет особой агрессии и зачастую при угрозе попросту баррикадирует свое гнездо. Брачный лед происходит в июле и августе. Колонии зачастую основываются несколькими самками. Позже, когда в колонии появляются первые рабочие, самки вступают в драку между собой, в результате чего остается одна королева. Нередки случаи, когда муравьи рода Формика или Мирмика пользуются гостеприимностью Лазиус флаус под одним камнем. 5-10 сантиметров друг от друга спокойно выращивают свой расплод. В природе зачастую подвергаются нападению других более агрессивных видов, в том числе и такого доминанта, как Лазиус нигер. Также в природе можно встретить цветные семьи, в которых флаусы живут вместе с муравьями другого вида, чаще всего
Lasius umbratus или Lasius fuliginosus, то есть с муравьями тех видов, семьи которых формируются путем социального паразитизма.